А спонсор видео – дневник трэп-артиста. Чувак снимает офигенные челленджи и записывает богоподобные треки. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Вот я всегда выгляжу таким плохим, обзываю YouTube, говорю, что он умер и что у YouTube нет будущего. Но Twitch в свою очередь тоже не идеален, и у него есть свои минусы. Хотя эти минусы по сравнению с минусами YouTube, где тебя могут страйкануть просто так, просто мизерные. У Twitch'а на самом деле всего два минуса. Первый минус – это неуважение к начинающим стримерам. Чтобы твои зрители могли менять качество, тебе нужна партнерка, или чтобы тебя смотрело стабильно 40 человек. Если у тебя этого не будет, то прости, стрим будет подлагивать. Опять же, подлагивать он будет только у тех, у кого слабый интернет. Я уже, по-моему, больше недели стримлю на Твиче, меня смотрит порядка меньше 40 человек, и вроде бы никто не жалуется. Самый большой минус как Твича, так и Ютуба – это конкуренция. На Твиче просто нереально подняться с нуля. Если ты просто так захочешь стримить, ты будешь на самом дне. Тебя будет смотреть человека 3 или вообще смотреть никто не будет. Люди в надежде пробиться пиарятся в комментариях или накручивают зрителей. Забегая вперед, скажу, что все, кто накручивают и пиарятся в комментариях, делают это просто зря, так как их стримы банально некачественные. Прямо перед тем, как идти записывать этот ролик, я наткнулся на вот такой вот комментарий. Перейдя по ссылке, я увидел, как чувак просто с ужасным микрофоном пытается играть в лагающую доту. Напиши в комментах, если хоть раз видел таких уродов. Я лично таких мразей вижу ну просто постоянно. Такие же в принципе проблемы и у накрутчиков. Вообще накрутчики делятся на два типа. Первые – это те, кто крутит ради своей выгоды. Вторые – это те придурки, которые накручивают другим в надежде, что их забанят. Если вы прямо сейчас зайдете на Twitch, то вы 100% найдете парочку парней, которые будут крутить. Причем не 100 и даже не 500 зрителей. У них на стриме будет сидеть 1002 зрителей. Похрен, что в чате 0 активности, похрен, что за весь стрим у тебя суммарный донат 20 рублей, этот придурок все равно будет утверждать, что он не накручивает. Как же меня просто бесят такие мрази, зачем так нагло врать? Окей, я бы согласился с тем, что они крутят, если бы у них были бы качественные стримы. У этих же придурков стримы ну просто какое-то говно. У них нет ни качественного звука, ни хорошей стабильной картинки. Хуже них могут быть только те люди, которые накручивают другим. Да, такие уроды существуют. Кстати, о них я узнал совсем недавно. Делают это они с целью сорвать чей-то стрим. Любой нормальный человек, увидев, что количество зрителей на стриме увеличилось на пару тысяч, прервет стрим. Иначе есть риск быть забаненным на Твиче. И фиг ты потом докажешь, что ты не накручивал. А самое главное, что этих людей ну просто нереально найти.